Добрый день! В прямом эфире программа «Открытым текстом». И сегодня мы поговорим о том, стоит ли ужесточать уголовную ответственность за врачебную ошибку. Наши гости – Олег Панасенко, председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. И адвокат Екатерина Никитюк. Екатерина, здравствуйте. Доброго дня. Во второй части нашей программы к нам присоединятся еще два гостя. А сейчас давайте посмотрим небольшой сюжет. От гематомы до ампутации или даже смерти. Как это ни печально, но медики не всегда в состоянии помочь своим пациентам. Любая беда может произойти на ровном месте, даже если больной вовремя обратился в больницу. По крайней мере, к таким выводам подталкивают вопиющие факты. В Ровно медикам объявили карантин беззаконности. Активисты требовали наказать врачей, которые не спасли 5-летнего мальчика. Я просто не могу стоять в стороне, потому что я знаю, что такое халатность. Я знаю, как некоторые врачи относятся к пациентам. В прошлом году Николая с подозрением на аппендицит госпитализировали в областную больницу. Там ребенок и умер. Это очень страшно. Наша дитина была жива и здорова. Еще один кричащий случай в Полтавской области. В операционном зале умерла девушка. Диагноз – острый аппендицит. Врачи начали готовить пациентку к операции. Но во время анестезии медики допустили фатальную ошибку. Вместо кислорода в легкие девушки запустили аргон. Выжить ей не удалось. Медсестра передала анестезиологу вместо кислорода аргон. Указанный аргон попал внутрь 19-летней девушки. Аргон вытаскивает кислород, выгоняет он прежде всего для проведения вот этих хирургических мероприятий. Пока анестезиолог пошел смотреть телевизор и телепередачи в течение 40 минут, а медсестра, видимо, ковырялась в носу, девушка просто задохнулась и умерла на столе. За последние 5 лет в правоохранительные органы с подобными заявлениями о ненадлежащем лечении обратилось более 2000 граждан. В суд пришло менее 150 дел, а к уголовной ответственности были привлечены вообще единицы. Стоит ли значительно ужесточить уголовную ответственность для врачей за ошибку, если в результате неправильных действий серьезно пострадал или умер пациент? Что думаете по этому поводу вы? Мы работаем в прямом эфире. Звоните прямо сейчас. Наш телефон 206-99-99, код Киева 044. А вы как считаете, Екатерина, стоит ли ужесточить уголовную ответственность за врачебную ошибку? Ну, дивлячись, про що ми говоримо, коли розуміємо, ну, от яке поняття ми вкладаємо в поняття помилку. Звісно, якщо це ми говоримо в контексті Кримінального кодексу України, це неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, особливо таке, яке призвело до тяжких наслідків, ну, зокрема смерті. На мій погляд, це злочин більш цинічний, ніж побутове вбивство. От, ну, потім я поясню. Я вважаю, що необхідно це зробити, але треба також виконати ряд умов, вдосконалити наше законодавство, певні нормативні акти і підвищити деякі стандарти. А так, вважаю, зокрема, треба. Спасибо. Олег, ви як вважаєте? На мою думку, ці дії будуть передчасні, тому що ми отримуємо зворотній ефект. Тому що зараз в медичну галузь мало хто бажає йти працювати за таку низьку заробітну плату і за таку високу відповідальність перед пацієнтами. Зараз у нас є нестача в хірургах, анестезіологах, реаніматологах. І до цього ще слід додати, що штучно наша держава руйнує медичну галузь через необґрунтоване скорочення лікувальних установ. У цьому році бюджет охорони здоров'я зменшено було на 2,5 мільярди, тобто на 5%. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, бюджет медичної галузі повинен бути не менш 5% від ВВП. Понятно, у нас 2,6%. Ми дограємося до того, що... Тобто, якщо ужесточить відповідальність, то буде ще хуже. Зворотній ефект, так. Да. Спасибо. Ну, а тоді от є таке логічне запитання. Чому на сьогоднішній день медичні вузи, вищі, як зараз їх прийнято називати, мають великий попит? Дуже багато студентів навчаються. Це... Зокрема, люди не бідні, так, студенти, дивлячись по автомобілям, на яких вони туди приїжджають, ці студенти, там, абітурієнти. От, і, в принципі, люди навчаються. Держава вкладає гроші в те, щоб у нас були лікарі.
то чому, от, може ви пояснити більш детально, чому на сьогоднішній день не хочуть люди йти працювати у медичну галузь? Ну, якщо готують за кошти держави професіоналів, спеціалістів. Олег. Да. Слід додати до цього, що мало хто з тих студентів, майбутніх лікарів, доходять до лікарень. Тому що більшість із них йде працювати на фармкомпанії, де початкова заробітна плата від 500 умовних одиниць. А ми знаємо, яка початкова заробітна плата у лікаря-хірурга, наприклад, 1200-1400 гривень. І не на більше відрізняється заробітна плата у лікаря вже з категорії. Там йде збільшення заробітної плати від 100 гривень за кваліфікаційний розряд. І тому до лікарень мало хто доходить з тих студентів, які навчаються. У них є, у студентів, у їх батьків ілюзія, що зараз дитина піде працювати в ту систему охорони здоров'я, яка найближчим часом зміниться. Буде легально висока заробітна плата, не буде держава зіштовхувати лбами медиків і пацієнтів. На жаль, у найближчій перспективі, якщо ми самі медики, якщо населення України не буде боротися за власні права, за власні життя, тому що, на нашу думку, зараз просто впроваджується геноцид українського народу, то ніяких змін без нашої участі у медичній галузі відбуватися не буде. Будуть студенти, які повинні переступити поріг вузу, будуть які повинні стати лікарями в практичних лікувальних установах, вони будуть просто розчаровані тим, що... У нас є коментарі президента Всеукраїнського совету защиты прав и безопасности пациентов Виктора Сердюка. Он рассказал об ужасающем инциденте, который произошел в Харькове в одной из клиник. Давайте послушаем. В один день пацієнти клініки, які звернулися з приводу хрусталика, установ кришталика, так? Більше 20 людей в один день осліпли. Все дуже просто. Не помили руки, щось там десь зробили і так далі. Золотистий стафілококк, який не піддавався жодним антибіотикам. Цих людей ніде не приймали в жодній лікарні, тому що це був дуже агресивний стафілококк. В найкраще організованих медичних системах до 10, навіть 12% всіх, хто звертається за медичною допомогою, отримують медичну шкоду. Тобто кожен десятий, звернувшись за стаціонарною медичною допомогою, отримує медичну шкоду. Після таких ужасних історій ужесточение уголовной ответственности за ошибку врачам – вполне логичное решение, как по мне. Что же говорить о родственниках людей, которые ослепли? Как вы считаете? Ну, данный инцидент можно прокомментировать в разрезе, знову ж таки, криминального кодекса. Тут є повний склад злочину, неналежне виконання медичним працівником своїх обов'язків, оскільки... сталася дана подія внаслідок недотримання правил там гігієни, дезінфекції і, ну, перш за все, мабуть, медсестрою, медичною сестрою або іншим медичним працівником. Також, ну, от ми тут за тему безкоштовної медичної допомоги. Є дуже багато випадків, коли і оплатна медична допомога закінчується шкодою для пацієнта. Тобто про це також треба говорити. Звісно, треба також дивитися, як можна довести. Да? Треба провести, відповідно, для початку судову медичну експертизу, встановити, внаслідок чого було завдано шкоду. І з сюжету не зрозуміло, чи це припущення, що були заражені стафілококком вони, чи це дійсно вони були заражені стафілококком. І внаслідок цього... Дуже складно доказати. Да. Тобто треба доводити, да. Що ще на практиці відбувається. Звісно, судово-медичний експерт – це такий самий лікар. Ну, існує також поняття кругової поруки. Існує поняття... Хорошо, спасибо. Да. Зараз у нас є телефонний дзвінок. Ви в ефірі. Здравствуйте. Здравствуйте. Як вас зовут? Віталій. А ви откуда? Із Києва. Як ви вважаєте, стоїт ли значительно ужесточити уголовну відповідальність за врачебну ошибку? Я думаю, ні. Почему? Ну, только что там говорили про круговую поруку. Я не знаю, как врач вообще может работать в условиях
в наших. То есть врачебная ошибка. Что такое понимать под врачебной ошибкой? Если вы спросите любого врача, у которого не врач, не терапевта, который в поликлинике сидит, а врача, который работает в клинике с больными, там пульмонолога любого, любого этого, если вы у него спросите, сколько у него пациентов умерло под его присмотром, он вам скажет определенное количество. А если вы его спросите честно, сколько умерло из-за того, что у вас была там 12-24-часовая смена, и где-то вы что-то пропустили или просто ошиблись, он вам назовет другую цифру. Но врачей, у которых не умирали пациенты, я, ну, мне кажется, нет. И что называть врачебной ошибкой, я не знаю. Врачебная ошибка, если врач пришел пьяный на работу, и вместо там, как вы сказали в сюжете, вместо кислорода закачал газ какой-то. Это ну, халат. Виталий, врачебная вы когда-нибудь, вам вредили врачи? То есть вы пришли за помощью, а получили обратную сторону медали? Обратную сторону медали? Ну, не знаю, аппендицит не вырезали, шрам большой остался. Это врачебная ошибка? Не знаю, от наркоза я долго отходил, это врачебная ошибка. Я считаю, что каждый делает свою работу. Спасибо, Виталий. Кто-то делает его хорошо, кто-то делает его плохо. А ужесточать наказание за что? Этим... Спасибо. Не знаю. В общем, есть криминальный кодекс, а зачем что-то куда-то ужесточать? Спасибо. Наприклад, да, по сюжету, якщо ця особа прийшла на роботу в стані алкогольного сп'яніння, зробила неналежним чином анестезію. Ну, це було грубе порушення. Ну, і, звісно, считаю, якщо людина померла, 3 роки позбавлення волі. Це досить малий, скажімо, термін, на мій погляд. На який срок? Ну, я в порівнянні, да, якщо дивитися. Це так само з причини на смерть. Але ця людина могла, не те, що вона все зробила, хотіла врятувати, не врятувала, а вона халатно поставилась до своїх обов'язків. Ну, от у нас дуже багато прикладів в пологових будинках. Так, всім відомо, ну, що там досить процвітає корупція. Якщо мамочка приїжджає туди, і вона ні з ким не домовилась про пологи, зазвичай немає місця, її кладуть в коридорі, на неї не звертають увагу. Розумієте, от як це кваліфікує? Звісно, якщо шкода завдана дитині внаслідок цього, або цій матері, да, там невчасно на неї звернули увагу і невчасно надали медичну допомогу, то, звісно, вона має кваліфікуватися як убивство і так само має така бути відповідальність. Тобто це мінімум там, 10 років, як передбачає стаття за вбивство. Тому що це дійсно цинічно, розумієте? А от пацієнти Харківської клініки осліплі. Це ошибка? Це халатність, так. Халатність, це халатність. Ну, розумієте, помилка – це більш, скажімо, неумисні дії, так? Що особа, вона зробила все, але там був неправильно поставлений діагноз. Треба ж дивитися ще, що кожен лікар обирає сам спосіб лікування, а пацієнт також має вільний вибір лікаря, так, право на вільний вибір лікаря, і так само погоджується чи не погоджується з запропонованим лікуванням. І також на пацієнта покладається певний обов'язок. Якщо це було лікування, там, встановлення діагнозу, у нас більше випадків швидше за швидкою медичною допомогою. В даному випадку, що стосується пацієнтів клініки, які осліпли, це була 100% халатність. І тут треба дивитися по тій категорії, які тілесні ушкодження завдані. Тут явно тілесні, тяжкі тілесні ушкодження. Так само, як стаття передбачає від 7 років позбавлення волі. Тому що людина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Вона залишилась інвалідом. Я напомню, ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 206-99-99. Дзвоніть прямо зараз, задавайте свої питання. Олег, по поводу ужесточения уголовной ответственности, продолжение темы, что вы считаете? Вы согласны с Екатериной? Ні, я не згоден, тому що я бачу, знову ж таки, намагання очорнити всіх медичних працівників. Чому всіх? Ну, ми тільки і чуємо, що лікарі, злочинці. Чого? От. Ми не виправдовуємо тих, хто допускає халатність або п'яний приходить на роботу. Про це і я говорю. Але ж, ну, ви так сказали, що от взяти там корупція в пологових будинках. У мене двоє дітей. Одна народилася в місті Києві, одна народилася в районному центрі Запорізької області. І я не відчував до своєї дружини, не відчував якогось халатного відношення, або ніхто не намагався з мене вимагати ті хабарі, все таке інше. От, слава Богу, діточки завдяки медикам народилися здоровими. От, також я на своєму житті стикався з багатьма порядними лікарями, от, медичними сестрами, хочу навіть наголосити. Це Каплун Марина Миколаївна, завідуюча дитячим відділенням у 4-й Київській лікарні. Спасибо, ми вернемося до цього. Спасибо, у нас є телефонний дзвінок.
Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче. Как вас зовут? Меня Алексей зовут. Алексей, вы откуда? Да, Кировоградской области. Скажите, пожалуйста, стоит ли ужесточить уголовную ответственность именно за врачебную ошибку? Да какая ошибка у них может быть? Если у них только в больницу попадаешь, в любую, сразу спрашивают, кошты у вас есть или нет. Они просто думают о деньгах только, и все. У вас был конкретный случай, да? Конечно, 4 раза мне дробили камни в почках, 20 тысяч пошло, блин. Каждый раз на медикаменты идет деньги такие. И я говорю, или мы камни дробим, или кошелек наш. И говорят, мы мало получаем, 1200, блин. Вот это одна проблема такая у нас, куда ни кинься. Ну так нельзя общать, я думаю, и все-таки вот об ошибке. Ага. Ну, звісно, Алексей, що хотілося би прокоментувати. От отожнювати не можна. Це факт. Да, прокоментувати. Давайте запитаємо, скільки виділяє зараз держава на лікування одного хворого в день. Згідно бюджету, це зачасту 2,5 гривні. Чому держава не впровадила обіцяну там або касову медицину, або страхову медицину? Чому держава не піклується про те, щоб були забезпечені пацієнти ліками, а ну, у медиків була заробітна плата. Ну, це може оправдати ошибку врача? Неумисленно. Я вам хочу сказати, що не застрахований жодний лікар від помилки. Не застрахований. Ну, це саме помилка. Те, що він здійснив всі намагання. А ми говоримо саме про те, що ну, там лежать ці інструменти, і людей заражають бактеріями. Ще раз кажу, ми не оправдовуємо, наша профспілка не оправдовує халатні дії медиків, але ж збільшення покарання приведе до зворотнього ефекту. Мало хто буде хотіти йти в медичну галузь, і ми отримуємо ще більші темпи руйнування медичної галузі України і пришвидшення геноциду народу України. Також у нас є коментарі. Анны Леус, главного редактора журнала «Справочник медицинской сестры», мы спросили у нее, что она считает, стоит ли ужесточать уголовную ответственность за врачебную ошибку. Давайте послушаем, что она думает по этому поводу. На сьогодні кримінальним законодавством України вже і так визначені доволі суворі рамки. Тут ще також треба розмежовувати причини, з яких стало питання про лікарську допомогу. І тут варто прислухатися до думки клініко-експертної комісії, тому що в багатьох випадках причиною стає саме дії пацієнта, який не дотримувався приписів лікаря. Також, якщо йдеться про якісь операції, після, хоч ну, вони були, наприклад, нескладними, але стан пацієнта погіршився, або навіть були летальні випадки, то тут треба розуміти, що це звичайна реакція організму на оперативне втручання. Враховуючи мінімальний заробіт лікарів і велику їхню відповідальність, то позбавлення волі на такий строк за якісь, можливо, ну, суб'єктивні чинники – це вже серйозне покарання. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Звоните в студию. Телефон 206, я прошу прощения, 99-99, код Киева 044. Екатерина, как вы считаете, может ли быть аргументом то, что врачи мало получают? Имеют ли они право ошибаться? Давайте немножко разграничим эти понятия. Да. Ну, халатность – это халатность. Все-таки відійдемо від помилки. Помилка, ну… Такого, якби у нас було можливо довести, да, те, що особа от помилка сталася, ну немає, це її не можна ототожнювати з халатністю. І, наприклад, якщо особа, якщо, наприклад, лікар не призначив там певні аналізи, чи можемо ми казати, що це і не встановив правильну діагноз? Можемо ми казати, що це була помилка? Ні, це була не помилка, це була халатність. Тобто тут дуже запутано. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Добрый день. Добрый день. А как вас зовут? Устинов, место Киев. Я рік тому назад после аварии попал в БСП нашу. И вы знаете, меня здивувало то, что вот дежурный лікар, довго не думаючи, вот тільки що говорив товар, сразу запитав, у вас кошти є чи ні, в мене відкрита була рана, нога розломана, кістка торчала.
Якщо немає коштів, нічим допомогти не можу. Поки я подзвонив додому, через 2 години гроші привезли, лише тоді мене поставили оперувати. Але саме страшніше інше, що на слідуючий день, знаєте, там санітарки, це, як кажу, от бачите, згідно Конституції, він же через годину прибіг і каже, ви що такий розумний, чи що, будете возмущатися, я вас в клоповник посажу. Оказується, до мене ще в елітну палату, бо там в іншій палаті то теж не було унітазів, все перебито. Але коли я виписувався, вийшов на вулицю за мною, приїхав син, побачив джип Toyota, в яку сідав цей лікар, який получає, як той казав товариш, лише 1200. І все-таки давайте вернемося к ошибці. Стоїть ли іменно за ошибку, не за халатність, а за ошибку? Я вважаю, що стоїть. Іменно за ошибку, то есть, якщо неправильний діагноз назначили или хотіли як лучше, а не получилось. Ні, ну за це не можна. Все правильно. Я вважаю, що потрібно людину наказувати. Я б хотів прокоментувати. До речі, поговорилося про діагноз апендицит. Діагноз апендицит може бути, я, до речі, лікар-хірург з 10-річним стажем, то хочу сказати, що іноді апендицит є справжнім хамелеоном. Він може бути схожий на ниркову коліку, він може на схоже бути навіть на холецистит, на цистит, на різну, будь-яку патологію. І зачасту, за того, що є атипічні розташування цього апендиксу, зачасту важко поставити, що це саме апендицит. Людина з часом теж мутує. Також мутують і збільшують свою потужність мікроорганізми, з якими ми стикаємося, віруси, бактерії. І сказати точно, ну, одразу поставити діагноз людині, буває вкрай важко. Вкрай важко. У нас є телефонний дзвоночок. Здравствуйте, як вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Алло. А ви откуда? Здравствуйте. Алло. А ви откуда? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, можете? Тише телевизор. Отойти от телевизора, пожалуйста, можете? Отхожу. Значит, я из села Лозунки, Киевская область. Вы разумеете, я... Как вас зовут? Чатку слухаю. Люба. 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 Омельченко Любовь Ивановна. Я с самого початку слухаю уважно вашу передачу, бо 12 років назад... халатність такого лікаря з Білій Церкви привела до інвалідності моєї дитини. Не тільки моєї, 27 діток тоді було заражена снігнойна паличка. А це халатність чи це ошибка? Як ви вважаєте? Це халатність. Це халатність. А не може бути такого, що він случайно? Яке би ви хотіли наказання за таке? І ви це вважаєте як халатність чи ошибка? Наказання ніхто не поніс. Ми зверталися в прокуратуру, 27 діток, 27, дівчатки, на секунду. Із цих 27 дожила тільки до 2 года і 7 місяців моя дівчатка. І то 2 года було і 7 місяців, вона померла. А так в течение року ці дітки всі померли. Ніякого покарання не було. Його відстранили буквально на півроку. Спасибо вам за дзвінок. І розумієте, я от слухаю, ви кажете, що не потрібно. Потрібно. Чого за вбивство? Є вбивство, а стягчаючими обстоятельства. А це вбивство 27 діток. Звідки така впевненість, що саме цей лікар, саме лікар заразив тих діточок? Ну, хтось заразив лікарні. Ні, ну, хтось. Є певні функціональні обов'язки, так? А чому не розглядати, що там або санітарка, або медична сестра, яка повинна була приготувати
приготувати інструменти, згідно протоколів продезінфікувати, виконати всі правила асептики і антисептики. Чому саме лікар винний, а не ті, хто повинен був підготувати йому інструменти, робочі місця? Ну, ви ж бачите, що ясно, ніхто взагалі. У нас дуже мало часу стоїться. Давайте все-таки підтримуємо. Да, от всі говорять про те, що треба ставити запитання про те, що треба підвищувати. Угу. А от люди телефонують, угу, про ці історії, ніхто взагалі не несе відповідальності ніякої. Ну, говорячи вже про те, що треба її зробити більш суворою. Так от про що я хотіла сказати? Що дійсно, коли це є помилка, так, і людина сумлінно старалася, виконувала свої обов'язки, звісно, тут і покарання не може наставати, так, за це. Але якщо це є халатне відношення до своїх обов'язків медичним працівником, не обов'язково лікарем, але в інтересах, скажімо, цього лікаря, який заразив, наслідок, скажімо, лікування якого заразилося 27 дітей, в його інтересах було знайти винну особу і з'ясувати, а чому саме так сталося, чому ці діти заразилися і померли. Але правильно кажуть глядачі і правильно кажуть потерпілі особи про те, що якщо це було внаслідок халатності, якщо особа залишилась інвалідом, в неї тілесні ушкодження середні, або як тут тяжкі тілесні ушкодження, це інвалід, або людина померла, то, звісно, це покарання має бути прирівняне до аналогічних протожиття. Мы сейчас уходим на короткую рекламу, которая продлится минута 50 секунд, и потом вернемся к нашей беседе. Мы продолжаем программу «Открытым текстом», телеканал ЧП-Инфо, я Ольга Мельник. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, телефон студия 206-99-99, код Киева 044. Звоните, отвечайте, стоит ли ужесточить уголовную ответственность за врачебную, хочу подчеркнуть, ошибку. Гости второй части нашей программы – исполнительный директор общественной организации «Пациенты Украины» Ольга Стефанишина. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. И главный врач одной из частных клиник Олег Колебава. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, стоит ли ужесточить уголовную ответственность за врачебную ошибку? Если преднамеренная ошибка, возможно, да. Но смотря что понимать под словом «ошибка». Уже говорили, то есть тут надо разбираться, тут надо. Ну вот ошибка, если медик не знал, то есть ему было. Если медик не знал, он не медик. Нет такой медицинской ошибки, медик не знал. Зачем он тогда взялся? Нет такой ошибки. Если там какая-то ошибка, которую связана с тем, что он действительно пьяный пришел на работу, это да. За это надо ужесточать. Ну да, за это надо. А в нашем законодательстве, начнем с того, угу, не существует термина «врачебная ошибка» в принципе. Угу. То есть в данный момент говорить о том, ужесточить или не ужесточить, вообще не приходится. Необходимо урегулировать законодательство и приблизить его к нормам Европейского Союза и, например, Соединенных Штатов Америки. Там политика государства направлена в первую очередь на пациента, а не на систему и на врача. Там пациент имеет право заявить об ошибке, либо его родные. Угу. Да. И тут, в свою очередь, не пациент должен доказывать, что ошибка произошла, либо халатность, а врач должен доказывать, что он сделал все правильно. В Соединенных Штатах Америки существует такой интересный пример, когда, например, врач, который сам заявил о своей ошибке, он освобождается от уголовной ответственности и просто несет финансовое, допустим, наказание. Да? Что, в принципе, достаточно гуманно по отношению к врачу, ну и, наверное, каким-то образом компенсирует проблемы пациента, которые возникли. Но, конечно, в Украине это просто какая-то зверская ситуация, скажем так, по отношению к пациенту. И вот я слышала статистику, что около 17 врачей были осуждены в нашей стране в этом году, в то время как официальная статистика ВОЗ показывает, что до 10 человек в день умирают от ошибки, допущенной врачом, и до 20 человек становятся инвалидами. Давайте послушаем, что по поводу ужесточения уголовной ответственности думает адвокат Виктор Смолий. Это комплекс проблем, которые существуют у нас в медицине. Отсутствует соответствующий и кадровый потенциал, и соответствующая учебная матбаза. Сама медицина у нас в стране, она как бы имеет такой вот закрытый, это закрытый клуб, потому что определить фактически врачебную ошибку, была ли допущена врачебная ошибка, практически невозможно, потому что тот же самый медицинский эксперт, который будет проводить эту экспертизу, он тоже является медиком. И вся система
система медицинских экспертиз, она входит в систему МОЗ. Соответственно, медик на медика даже из корпоративных соображений никогда не напишет, практически никогда не напишет негативный высновок. В связи с этим мы имеем то, что медики, да, врачи практически не несут никакой уголовной ответственности за совершенные, за допущенные медицинские ошибки. Я считаю, что нужно уже ужесточить наказание и в том числе предусмотреть ужесточение в Уголовном кодексе по этой категории дел. Олег, тут снова речь идет о круговой поруке. Как вы считаете? Виктор, не совсем согласен. В действительности сейчас многие пациенты пытаются, особенно пенсионеры, на которых сейчас не так легко жить, пытаются из врачей получить деньги, заведомо не рассказывая свои диагнозы или заведомо прося написать в рецептурные препараты, которые им противопоказаны. Несколько лет назад было уголовное дело, насколько я знаю, посадили доктора. То есть пенсионер пришел, долго выпрашивал на госприеме рецепт на препарат, который ему является противопоказан. Поэтому говорить о том, что есть существует круговая порука, ну, я бы так не сказал. Если говорить о том, что частные структуры поддерживают государственные, тоже нет. Ни одна экспертиза, если действительно даже была ошибка, в действительности ошибка, не возьмет на себя ответственность написать, что там ее не было. А как вы считаете, пациенты часто неадекватно расценивают действия врачей? И говорят, с появлением интернета достаточно. Каждый сам себе доктор. Да, многие лечатся на форумах. У нас есть, да, извините, у нас есть телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. К сожалению, телефонный звонок сорвался. Перезвоните, пожалуйста, нам, мы вас ждем. 206-99-99, код Киева 044. Уже поступают звонки, вопросы. Здравствуйте. Да, алло, доброго дня. А как вас зовут? Мне подсказал режиссер, что вы хотите задать вопрос Ольге. Угу. Я бы хотела поставити запитання Ользі. Я знаю, що організація проводить декілька акцій перед Кабміном, апелюючи до того, що держава не забезпечує пацієнтів ліками. Пані Ольго, як ви вважаєте, бюджет на 2016 рік – це лікарська помилка чи це не лікарська помилка? Якщо, наприклад, люди з гепатитом, яких у нас дуже-дуже багато, просто залишаться без лікування? Ви як вважаєте? Ви як вважаєте, стоїть ли ужесточати? Я вважаю, що це лікарська помилка, тільки на рівні, ну, мабуть, держави. Ужесточати відповідальність стоїть? Потрібно, так як говорила Ольга, просто щоб лікар доводив його, ну, те, що він зробив все правильно, а не пацієнт доводив лікарську помилку. Вам вопрос? Я згодна, так. Звісно, що наші лікарі знаходяться також в тій ситуації, коли ліків критично, от життєво важливих ліків, не вистачає в лікарнях. Так, і тоді, ну, дуже часто лікарі взагалі відправляють пацієнта додому, тому що їм нічим їх лікувати в державних лікарнях, я маю на увазі. Пацієнти часто неадекватно розцінюють дії врачів і говорять, що з появлением інтернету достатньо. Каждый сам себе доктор. Да. Вы согласны с Виктором Смолеем, что медицинские комиссии, они не всегда могут доказать вину врача, и они не объективны? Ну, вот пример с мальчиком в Ровненской области, которого, ну, по сути, убил врач своей бездеятельностью. Но еще ж пока вина не доказана. Да, вина не доказана, но, в принципе, то, что мы уже видим, то, скорее всего, так и произошло, к сожалению. Но врач имеет отношение к медицинской династии, да, у него там и мать, и отец были на высоких медицинских постах в этом городе. Что произошло? Вот эта экспертно-техническая комиссия, которая служит при департаменте здравоохранения, она вынесла негативный, на самом деле, вывод о том, что врач не виноват. Но пациенты, низкий им поклон, они пошли дальше, да, и они начали дальше отстаивать свои права. Ну, конечно, это трагический случай, там маленький мальчик, и родители набрались такие смелости, да, и дошли уже до Министерства здравоохранения. Но вот наш опыт показывает, как пациентской организации, что в нашей стране в принципе ничего не может, не
невозможно отстоять, если ты не привлекаешь медиаресурс, да, если журналисты не имеют к этому никакого интереса, ну, то, по сути, коррупция, да, и, ну, легче врачу этому пойти, там, занести какую-нибудь тысячу долларов. Ольга, по вашему мнению, ровно, это была медицинская ошибка или халатность? Ну, конечно, это халатность. Врач спал на рабочем месте. Угу, но там было очень много аргументов. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Меня зовут Елена, я из Одессы. Угу. Очень приятно, Елена. У меня два замечания. Да, стоит ли уже... Первое, скажите, пожалуйста... Скажите, такая возникла мысль. Скажите, пожалуйста, я прошу прощения, стоит ли уже стащить уголовную ответственность, Елена, за врачебную ошибку? Сначала вопрос, ответьте. Да, стоит. Но если какой-нибудь у законом утвержденный перечень действий, которые называются врачебной ошибкой, и как они отличаются от халатности или невнимательности? Ответьте, пожалуйста, сюда. Угу. Олег, ответьте, пожалуйста. Спасибо. Существует ли... Ну, да. Естественно, существует, кажется, алгоритм, степ-бай-степ существуют, да, протоколы, по которым мы должны работать. Особенно если говорить о реанимационных бригадах, о хирургических бригадах. А если касаться терапевтического профиля, где нету такой четкой последовательности, то тут нету, соответственно, таких жестких протоколов. А говорить о том, что существуют ли какие-то меры воздействия. Да, доктора, ну, насколько еще в моей студенческой памяти, вот эти все протоколы нас обязывали зазубрить наизусть. Но если к концу рабочего дня поступает 100 человек с одним и тем же диагнозом, на автомате можно 101-му поставить точно такой диагноз. К сожалению, нагрузка на одного врача, да, ну, на один симптом обывателю кажется, как повышение температуры, для врача может поставить 100 диагнозов. Олег, а часто ли в вашей практике вас обвиняли в причинении вреда пациенту? Может быть, необоснованно? Ну, вреда нет, но необоснованно назначение препаратов – да. Угу. Хотя мы... Это тоже можно к ошибке, да, как бы отнести, неправильно? Ну, к ошибке не отнесешь, нет. У нас просто, я же говорю, люди любят посидеть сами в интернете полечиться. Угу. Хотя у нас, ну, в моей клинике, скажем, запрещено назначать излишние препараты, за это, в принципе, наказывается внутри клиники. Если я узнаю о том, что назначены лишние препараты, будет наказан доктор, не выходя из клиники. Можно еще добавить, вот коллегу, он сказал, что их заставляли заучивать протоколы лечения, так вот у нас, к сожалению, эти протоколы, которые в данный момент у нас действующие, они абсолютно не отвечают практически на 80% да, международным стандартам лечения. И по сути, в этих деталях тоже кроется дьявол, потому что врач, по сути, лечит... Изначально в 90% должна быть правильная диагностика и дорогое, да, диагностическое оборудование. Ставить во всех клиниках – это правда. Стоит ли ужесточать уголовную ответственность за врачебную ошибку? Этот вопрос мы задали адвокату Тарасу Ламаху. Что самое интересное, он в прошлом медицинский работник. Давайте послушаем. Те или иные проблемы, которые связаны с осложнениями после лечения, люди склонны списывать на некомпетентность врачей. Но ведь мы понимаем, что человеческая жизнь, она хоть и бесценна, но не вечна. И человеческий организм – это сложный механизм, который иногда представляет сюрпризы, скажем, которые, ну, ни один врач и ни один медик не в силах победить какие-то природные процессы. И, естественно, обвинять врачей в том, что тот или иной, та или иная болезнь до конца была не излечена, нельзя. Мы сейчас часто видим то, что в больницах реально не хватает медикаментов, не хватает перевязочных материалов, больницы нищие, то есть не выделяются абсолютно, не выделяются средства на то, чтобы врачи могли достойно оказывать медицинскую помощь, теряется время, отправляют больных за лекарствами, за медикаментами, за элементарными вещами, нету иногда шприцов, нету жгутов, нету перевязочных материалов. У нас есть телефонный звоночек, здравствуйте, вы в эфире.
Алло? Как это вас я? Зовут? Говорите громче, пожалуйста. Как вас это зовут? Это я, да? Да, это вы. Как вас зовут? Спасибо. Говорю, Анастасия. Ага. Анастасия, скажите, пожалуйста, я за то, что все-таки врач отвечал за свою работу. За свою работу. Вот, потому что сейчас приписывают препараты, причем направляют в определенные аптеки, а потом оказывается, эти препараты не подходят, и вместе с тем цена в 3 раза дороже, чем, например, в других аптеках. Спасибо вам большое. Это немножко другая история. Вы как? Тут я больше считаю виной, наверное, низкую заработную плату врачей государственных структур, потому что если уж касаться, то такое, ну, за редким исключением, такое происходит в частных структурах, где пациент все же платит за прием, а когда речь идет о том, с чего зарабатывать врачу на государственном приеме, то он пытается вот таким вот хитрым способом, ну, как бы хитрым, заработать денег на всяких биодобавках, которые в действительности, ну, не стоило бы назначать. У нас вот мы пытаемся назначать всегда действующее вещество. Если препарат, не коммерческое название, а действующее вещество препарата. Спасибо. Эту тему мы обсуждали на нашем сайте Magnolia TV. Кстати, к обсуждению присоединились около 30 тысяч наших читателей. Некоторые комментарии их мы озвучили. Давайте послушаем. Сначала дайте условия и уровень жизни врачам, а потом сажайте за халатность. Хамство, высокомерие, надменность, пренебрежение, наглость, бесчувственность к чужой боли и страданиям – вот образ сегодняшнего эскулапа, не говоря о полном непрофессионализме. Они работают в аду за маленькую зарплату. Если так случилось, значит, такая судьба у больного. Если врач будет знать, что за такую ошибку он заплатит своей свободой не 1-2 года, а лет так 5-7, он подумает перед тем, как проводить лечение. У нас есть телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Эдуард Николаевич Читала, Днепропетровск. Очень приятно. Скажите, вы считаете... У меня такой вопрос. В аварии студенту перебили ноги. Привезла его мать в 6-ю больницу города Днепропетровска. А за отсутствие в этот момент денег врач, просто хирург, отказался до утра оперировать. В результате студент погиб вообще утром. И никто не понес ответственности. Я считаю, что за это надо наказывать, вообще выгонять с работы. Спасибо большое. Что вы можете сказать по этому поводу? Я согласна, поводу? Что за такие случаи, конечно, нужно наказывать. Вы сталкивались с такими случаями? Да, как... мы знаем, что такое бывает. Но это, опять же, проблема также плохой работы системы здравоохранения. И, в частности, вот те ситуации со смертностью от гриппа в этом году, это тоже показывает вообще ту изуродованную систему здравоохранения, которая якобы осталась у нас от системы Советского Союза, но на самом деле у нас ничего не осталось. Да? И вот эти врачи, они в меру своей наглости могут лечить пациента, могут не лечить. Вот если говорить о лекарствах, допустим, то тоже. Врачи не только рекомендуют в наших клиниках покупать ненужные лекарства, они также рекомендуют покупать лекарства, которые закуплены за средства госбюджета уже. То есть вот, например, для онкологии имеют привычку перепродавать лекарства, которые пришли им за счет госбюджета. У нас тоже были такие случаи. Вот за это нужно конкретно наказывать и сажать в тюрьму. Вас мы услышали, спасибо. Я попрошу режиссера вывести на экран опрос, который мы провели на сайте Magnolia TV, и задали такой вопрос нашим читателям, стоит ли ужесточать уголовную ответственность за ошибку. Как мы видим, 90% за, 93%, прошу прощения, процентов за, 7% все-таки против того, чтобы ужесточать ответственность. Олег, вы как считаете, это радикально или справедливо? Почему 93% наших читателей, они за ужесточение, именно за ошибку? Всегда люди любили смотреть хлеба и зрелищ. Наказать надо кого-то, надо найти виновного. Самый виновный, максимально доступный, это обычный врач. Вы же не накажете, как физическое лицо, систему, нет. Ну, проще наказать врача, как физлицо. Вы как можете прокомментировать результаты нашего опроса на сайте? Ну,
да, они очевидные. Скорее всего, люди, которые у нас страдают от нашей медицины, неравнодушные к этому вопросу. И, естественно, так отвечали на вопросы. Но на самом деле мы бы с удовольствием наказали, например, премьер-министра Украины за то, что он утверждает вот такие бюджеты на здравоохранение, министра здравоохранения Александра Квиташвили, который ровным счетом ничего не сделал за год в реформе здравоохранения. Такой бы случай был бы, я думаю, достаточно показателен, но, в принципе, хотелось бы призвать всех пациентов, которые вот так голосовали, не опускать руки и разбираться в теме, идти в эти экспертные комиссии при облздравах, идти в милицию, идти в генпрокуратуру, подавать заявление и разбираться. Да. Спасибо. Буквально по минуте, вкратце подведем итоги. Олег, как вы считаете? Стоит ли наказывать? Да, наказывать, и ваши аргументы. За халатность, за пьянство, да, за ошибку, ну, как таковой у врача не может быть ошибки. Угу. Поэтому ужесточать за что-то, да, если действительно там пьяный, да, конечно, ну, у нас это увольнение, ну, такое просто не рассматривается. Кто-то у меня из персонала пришел пьяный или, ну, за порог клиники не зайдет. Угу. Это нонсенс. Спасибо, мы вас услышали. Ольга, ваше резюме? Как я уже говорила, нам нужно приближаться к тем законодательным нормам, которые существуют в Европейском Союзе, и ориентировать систему на то, чтобы не пациент оправдывался за то, что его покалечили или там его родных убили, а чтобы врач доказывал свою правоту в суде, и действительно, чтобы пациенты имели безапелляционное право на качественную медицину в стране. Спасибо большое нашим гостям, что были с нами. Спасибо нашим телезрителям, что смотрели нас в прямом эфире. До свидания.